Ребята, всем доброго дня. Сегодня поговорим о ошибке F01. Как я нашел причину, что стало причиной F01, ну и так далее. Ну, этот модуль, ребят, просто показать просто вам, что вылетело, что надо менять, как найти причину. Причин несколько было. Вот. Что у нас получилось? Значит, пришел модуль, принесли модуль, да? Типа говорит, не работает что-то, совсем тишина. Вот. Я сразу раз глянул сюда, на варист этот. Как он, дроссель. Он как у нас индикатор, как предохранитель. Смотри, он что-то там сдутый. Думаю, ага. Значит, блок питания не работает. Вот, смотрю, здесь что-то у него тут между трансформатором все прошило, да, ну, вот здесь все погорело, короче. Думаю, да, блок питания, все, уже нифига ему ничего не сделаешь. Вот, надо менять. Но ощущение было, что был скачок или еще что-то, потому что вот этот резистор тоже сдох у них. Вот, сейчас я покажу, дроссель замерим еще разок, потому что некоторые спрашивают, как дроссель замерить, сколько там сопротивления. Так, ну если на авто, сейчас посмотрим, что он на авто покажет. Ну, на авто 12 чем показывает, видите. А вот на омах, ну также 12 чем, видите. Так, и резистор вот этот меряем. 10 Ом. Вот этот резистор, где 10-омник стоит. Его тоже оборвало. Вот. И дроссель. Дроссель 12 Ом. Но здесь, ребят, катушка стоит. На феррите намотанная. Так что не путайте. Резистор с дросселем. Значит, что я делаю? Чем заменить вот этот блок питания? Если он уже погорел, да, ничего сделать нельзя. Он у нас просто выдает 12 вольт. Да? Можно заменить вот с этого блока взять. Принцип тот же самый. Вот блок питания здесь даже получше будет. На такой, да, другой шим-контроллере стоит. Вот. Впаивается он точно так же. И по питанию, и поэтому он подходит. Сюда вот 220 подходит. Сюда 220 подходит, здесь 12 вольт выходит. Видно, да? И здесь точно так же. Сюда 220 подходит, здесь 12 вольт выходит. Они все похожи, все стандартные практически. Вот они, видите? Вот эти остальные ножки, ничего не запитанные они никак. Вот такая вот ерунда. Вот. Меняем блок питания, меняем дроссель. Меняем вот этот резистор. Ну, меряем, конечно. Вот. Дальше куда идем? Запускаю я модуль, модуль запустился. Модуль запустился, но стоит, молчит и выдает ошибку F01. Думаю, где что искать. Здесь это, правда, модуль, видите, уже разобранный. Но начал тыкать резисторы, там-сям сверять. Вот, потому что хорошо, что еще было вот такие платы у нас на работе. Вот, начал уже по ним сверять, чтобы это, ну, допустим, резистор, там резистор, тут померить. Да, бывает же, в схеме там как-то не так мерится, еще что-нибудь не так. И намерил такую ерунду, покажу. Я еще не знал эту проблему. Вот стоят семисторы. Сейчас померим, они целые должны быть, по идее. Здесь бахнуло, видите, тоже. Модуль уже не рабочий. Так, на прозвонке надо. На прозвонку. Забываю. Вот, 746 Ом. И в другую сторону также 746.
Ну, 600. Так, еще один рядом сейчас померим на всякий случай. 680. Да что-то соскакивает. 742. Вот. Смотрите. Другие ножки не будет. Только вот здесь я вот две ножки сейчас покажу. Блин, где он тут? Вот они. Вот эти две ножки, они меряются. Вон они, 691. Вот. Получается вот. Вот синистр. Вот с этой стороны. А. Теперь смотрим. УБЛ. По УБЛ синистр здесь стоит. Вот. Если вот такой синистр, скорее всего, надо развернуть будет. И поставить вот туда. Видите, здесь стоит, но здесь он другой стоит. Или по названию надо смотреть, или по управлению, как он управляется. Вот. Замеряю я здесь, короче говоря. Здесь и выпаянный он уже. Здесь замеряю, он показывает у меня. Что-то тут вообще. А, ну что-то тут 1600, видите. Короче, 100 Ом показывает. Думаю, тут не должно быть вроде как 100 Ом. Вот, выпаиваю семистр, меняю на другой. Брал я вот такой семистр, я же говорю, я его развернул вот так. Вот. Так вот этот, допустим, стоит, да? Вот так развернул, поставил, запустил. Все, F01 ушла. Проблема. Но модуль не реагирует на любые программы. Он крутит, вертит. Короче говоря, это крутит. Как? Запустился, клапана сработали, воды налили. И все, он пошел стирать, но резистор крутишь, короче говоря, настройки, и он не реагирует, он прет просто на полном положении. Хозяин говорит, да у меня так давно типа было. Я говорю, ну нифига себе, в одном модуле уже целая куча причин. Вот. А здесь стоит резистор. Я уже приготовил его. Резистор. Сейчас я быстренько, ребят, притащу резистор. Пришел я. Вот он. Вот этот, кстати, резистор я выпаял с того модуля. Вот. Принцип такой, что он выбирает по сопротивлению. Да, вот процессор видит, сколько какое сопротивление, он включает программу. Ставлю, допустим, там один режим, второй режим, третий режим, да, и он не реагирует. Он как прет на одном, короче говоря, так и прет. У меня был вот такой резистор, бэушный, но рабочий. Вот. Я его подкидываю, и он раз заработал, короче говоря. Я, о, ничего себе. А так, по идее, искал вот здесь причину. Как-то я уже снимал видео, что вот здесь резюки горят какие-то, короче говоря. Вот. Ну, не факт. Короче говоря, заменил резюк вот такой вот. И он пошел. Вот. Что у нас этот резюк представляет? У него или как сказать, они же работают. А что у нас тут? Это нас обратить на диоде. Давайте на этом померяем, на омах. А на омах он не меряет. Сколько он тогда? Тогда на авто будем мерить. 8,3 килоома показывает. Вот общее меряем. 8,3 килоома показывает. Вроде как рабочий. А вот получается с движка. Короче говоря, он или протерся, по идее. Он сейчас может быть и будет еще работать. Но процессор его не видит как надо. О, видите, что-то. Что-то не то, смотрите. Что за фигня? Что-то с ним не в порядке. Сразу, видите, показывает 7. 7 килоом. О!
5. Не, почти 5 килом, какие 5. Еще не понимаю, что он показывает. 19. 303. Вот из-за этого он нифига не работает, этот резистор. Видите, я движка, я его меряю. Сами видите, что попало, короче, показывает. Так что вот такие пироги, ребят. Короче, сдох резистор. Не знаю, его как-то чистить можно. Мы иногда, бываем, вскроем, помоем его. Иногда помогает это, короче. Иногда не помогает. Если кто что-то делал так, сразу напишите. Тоже интересно, как вы исправляете такую ошибку. Вот. Ну вот, с такой проблемой я с вами поделился. Эти варисторы были целые. А, получается, скорее всего, был скачок напряжения. И зацепило этот. А, блок питания убило. И по УБЛ. УБЛ-то была дверь закрыта. И по УБЛ, считай, попало по семистеру. Вот. Так что такие дела. Все вот. Исправил проблему. Все, думал, двигатель начал проверять. Это вот отсюда мерить. На двигатель, короче говоря, проводку. Чтобы проверить, думаю, ну как так-то? Почему он его не видит-то? Если так хоть и увидит, то будет рывок, да? А если там, допустим, ну вот, допустим, как электростатор не увидит, тогда будет F01 ошибка. Вот, а получалось, что УБЛ держит 100 Ом здесь, короче говоря, и все, и он видит уже ошибку, как по двигателю. Хотя семистр-то не по двигателю, а по УБЛ стоит. Так что такие вот дела, ребят. Ищите, исправляйте. Я с вами поделился. Всем добром, как говорится, что умею, я тем делюсь. Вот, ну а этот семистр, этот, конечно, модуль уже не восстановить. Он, видите, по насосу был всаженный. Так что так вот. Дела. Так что помогаю, чем могу. Вы тоже не забывайте меня. Тоже помогайте. Хоть советами, хоть чем. Ладно, всем удачи, ребят. Всем пока. Пишите.